Воздайте Господу, Сыны Божьи, воздайте Господу славу и честь, воздайте Господу славу имени Его, поклонитесь Господу в благолепном святилище Его. Аминь. Боже, слава Тебе! Мы благодарим Тебя, великого и святого, за милость Твою, которую Ты обновляешь каждое утро. Слава Тебе! Мы преклоняем.
Слава нашему Богу! Хотел бы вместе с вами сказать, дорогие друзья, братья, сестры, все пришедшие в дом молитвы. Мы сегодня, наверное, пришли, чтобы послушать хор братьев. Об этом мы и приглашали, и говорили об этом. И это хорошо вы сделали, что вы сегодня пришли на это место. Хорошо, что вы здесь. И я думаю, что мы все наслаждаемся хором, который исполняет псалмы духовные, назидательные. И не только, наверное, звучание приятное для наших ушей, голосов, но это и слова, которые говорят для нас, для нашего духа, для нашего разума, где мы можем обрабатывать в нашем разуме эти слова, и они, чтобы приносили нам назидание, созидание. Я хотел бы вместе с вами прочитать для вас, для себя слова Священного Писания. Мы немножко порассуждаем и будем молиться, просить благословения Божьего, чтобы Бог сегодня благословил нас здесь, на этом месте, благословил и братьев поющих, которые сегодня будут петь для нас. И мы хотели, наверное, сегодня как-то, по-особенному, наверное, ощутить, прийти в присутствие Божие. И для этого есть один источник, в котором мы можем это сделать, в котором мы можем сегодня прийти, чтобы нам все вместе соединиться, чтобы нам сегодня все вместе прославить Господа и напитаться от этого источника Божьего. Я об этом буду чуть позже прочитаю из послания к Ефесянам. Но мы пришли и видеть сегодня славу Божию, потому что когда мы читаем Священное Писание, мы видим от самого начала Библии, видим, что человек, он всегда стремился видеть славу Божию. И в наше время люди тоже хотят видеть славу Божию. Слава Божия – это сегодня на земле, это есть Церковь. Об этом говорит нам Священное Писание. Об этом свидетельствуют апостолы, когда Варнава, он в Антиохию прибыл, он увидел благодать Божию, он увидел эту славу Божию, написано, он возрадовался, он пришел в единство Духа с народом Божиим, которые были собраны вместе, славили Господа, и он увидел эту славу, благодать Божию. Я читаю, чтобы не быть и многословным, потому что я думаю, что мы сегодня в основном будем слышать слово, слышать пение братьев. Пусть Бог нас благословит в этом, чтобы наши сердца были открыты для того, чтобы слышать то, что Бог сегодня будет нам говорить через свое слово, через песнопение. Вторая глава послания к Ефесянам, 4 стиха читаю. «Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которую возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей, благости к нам во Христе Иисусе. Ибо благодатью вы спасены через веру, и это не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Мы с братьями как-то беседовали, и до поздней ночи беседовали. И не все они родились в верующих семьях. Некоторые из них были когда-то
пропавшие, может, они сегодня будут об этом свидетельствовать. Они свидетельствовали вчера и в Екапелсе, и здесь свидетельство мы слышали. Но Бог их нашел, Бог их призвал. И сегодня они, то, что когда-то они отдавали свою жизнь, отдавали свое здоровье, отдавали свое время врагу душ человеческий. Сегодня они настолько полюбили Господа, настолько они оценили то, что Бог им дал, как, может, эта грешница, которая обливала слезами ноги Иисуса, вытирала волосами своих волос ноги. Она осознавала то, что Бог, Иисус Христос, ей дал. И, братья, они осознали, что с какой глубины Бог их достал. И сегодня они в Божьих руках. И это орудие Божие, которое сегодня мы можем слышать, где их сердца, их голоса, вся их жизнь, она посвященная Богу. И здесь апостол Павел пишет Ефесянам, и он говорит, что Бог, Он богатый милостью. Он нас достал оттуда, с этой ямы греха, беззакония, и поставил нас, наши стопы поставил на этот камень спасения. И мы не были лучше других людей. Поэтому Священное Писание говорит, что не отдел, чтобы никто не хвалился. Это Божья милость к нам. Об этом дальше апостол Павел говорит. Ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Итак, помните, что вы некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершаемым руками, что вы были в то время без Христа, отчужденные от общества израильского, чужды завета обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. А теперь во Христе Иисусе мы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовой. Мы знаем, что это было слово сказано по отношению израильского народа и языческого народа. Но это слово также говорит сегодня об нашем единстве, о том, что это единство не заключается в том, что Бог дал нам один дух, и мы в одном духе можем прославлять Господа, можем Его величать, можем обращаться к нашему Господу. И здесь написано об этом, 18 стих говорит, потому что через Него и те, и другие имеем доступ к Отцу. И те, и другие. Здесь говорится об язычниках и евреях. И здесь написано, и мы имеем доступ к Отцу в одном духе. И мы сегодня имеем этот доступ к Отцу в одном духе. И мы соединены в одном духе. Братья немцы, кто-то среди нас есть и латыши, русские, белорусы, украинцы, казахи, еще других национальностей, которые здесь есть, но Бог нас соединил в одном духе. Это наше, это единство, которое Бог нам дал сегодня. Нас разделяет расстояние, нас разделяют, может, национальности, по национальным признакам, по другим признакам. Мы другие, может, друг от друга, но мы в одном духе. И как приятно, когда мы можем вместе, соединяясь, молясь Духом Святым,
переживать это единство в нашем Боге, единство в нашем Иисусе Христе, которое Он даровал нам, и видеть ту славу Божию. Это слава Божия. Это то, что Бог даровал нам. И я хотел бы вместе с вами сейчас преклониться перед нашим Господом, перед тем, который даровал нам это единство в Духе Святом через Своего Сына Иисуса Христа. Потому что Он сказал, что я уйду к Отцу, но я вас не оставлю сиротами. Я пошлю утешителя, я пошлю того, который будет вас научать, будет вас вести. Это Дух Святой. И мы сейчас придем к Отцу нашему. Написано, что мы имеем доступ к Отцу в одном Духе. В Духе Святом. Пусть Бог благословит нас сейчас, предстоя перед Богом, склоняясь перед Ним, воздать славу Богу, потому что Он добрый наш Бог. Написано, что Он по великой Своей милости и любви Своей великой, Он сотворил это, Он дал нам право сегодня быть и называться детьми Божьими. И здесь написано, и так мы уже не чужие, не пришельцы, но сограждане святыми Свои Богу. Это то определение, это то счастье, это то положение, которое сегодня Бог даровал тебе и мне, чтобы мы были в Его присутствии, чтобы мы назывались Его детьми, чтобы мы были в одном духе, приходя к Отцу Небесному. Склонимся на колени, прославим нашего Господа, воздадим Ему славу, потому что Он достоин этого.
и сестры, мы сердечно благодарим вас за этот радушный прием здесь у вас в церкви. Мы очень рады здесь быть и очень благодарны Господу, что имели общение сегодня и вчера. Мы нашим хором разучили одну песню, может кто-то знает, ее написал Иван Михайлович Скирда, очень известный певец и композитор. И мы во втором куплете, значит, разучая его, там есть такие слова: «Если обида вдруг коснется тебя». И мы начали рассуждать немножко, и сегодня мы с братьями с вашими рассуждали и пришли к такому выводу, мы и тогда, когда с хором разучивали, что христианам вообще обижаться нельзя никогда. Согласны вы? Я не знаю, мы с хористами договорились, вот с мужским хором, что мы никогда друг на друга обижаться не будем. Я не знаю, как вы, тоже так согласны? Я хочу на это место, сегодня мы эту мысль развили, с братьями сидели вместе. Помните это место, когда Давид убегал от сына своего Авессалома? Помним все, да? И был такой человек, нехороший, Семей. Помните, что он сделал? Он его поносил, бросал на него камни, пыль. Все-таки он был царь. Был помазанник Божий. И по праву он должен был, ну, как военачальник сказал, позволь мне, я сниму с него голову. Давид сказал, Бог повелел, вот он и злословит. Дальше мы видим, проходит определенное время, царь возвращается на свое место и выходит этот человек. Он понял, что теперь беда. Царь его помиловал и сказал, умирать ли сегодня в такой хороший день? И оставил его в живых, и поклялся ему, что он его не убьет. Так было, да? Теперь посмотрите, развивается, идут годы дальше. Я когда читал это место еще в юности моей, я думал, вроде все прощено, все закрыто, все, обиды нету. Но если мы читаем это место, я его прочитаю, 3 глава, 3 царств, 2 глава. Царь, когда умирал, ему уже около 70 или 80 лет, точно я не знаю, много лет было, да? И я бы сказал бы, ну, старец, он мог бы все покрыть. И вот этот маленький корешок обиды, который остался, он вырос. Он тогда сказал, не буду убивать, поклялся, все, как будто бы все. Он вырос, и что говорит царь своему сыну? Слушаем. Вот еще у тебя Семей, сын горы Вениаминова, из Бахурима. Он злословил меня тяжким злословием, когда я шел в Махинаим. Но он вышел мне навстречу у Иордана, и я поклялся ему Господом, говоря, я не умерщвлю тебя мечом. Ты же не оставь его безнаказанным. Оставалась у него обида или нет на этого человека? Оставалась, да? И этот большой урок нам. Я один раз обиделся тоже, может, даже много раз обижался, честно признаюсь. И я прощал брату, молился, Господи, помоги мне все преодолеть. Но если во мне осталась маленькая боль, я ее не называю обидой, маленькая боль, то еще маленький корешок есть там. И это нужно тоже убрать. Человек сам по своей натуре никогда не сможет это убрать, только с помощью Божьей. Пусть Бог всем нам поможет в жизни нашей не обижаться. Мы сейчас поем псалом этот, 2 куплета на русском, 2 на немецком. Речь идет о том, что если вдруг большая беда будет у тебя, обращайся к Богу. И даже если обида подойдет к сердцу, прощай, обращайся к Богу. Только Бог может очистить от всей этой маленькой боли этот корешок, который может остался. И это очень важно в жизни нашей христианской. Пусть Бог нам поможет.
За звездным небосводом ты здесь, среди земной красы. Но сердце падшего народа, в душе погибшей их следы. И если ты там, где забыли твою благую святость, Бог, где смертью смертной судили твоих святых, где твой пророк в своей стране, от всех скрываясь, одним лишь только утешаясь, что сред молчащей темноты остался с ним лишь только ты. Кто это ночью сон тревожит? Кому не спится в этот час? Чьей это горький стон быть может? Жестокий недуг сердце гложет, и дух терзает каждый раз, что нет желанного покоя. И в небо смотрит грустный взгляд, где звезд рассыпанный наряд мерцает нежно чистотою, как будто тихо говоря о Боге праведном. Ну кто ж своей молитвой ночь тревожит, не тратя ни минуты зря? Кто этот муж с орлиным взором, горящий пламенем святым? Кто он, что к неземным просторам взывает дух его, и с ним как будто слился мир небесный? Он с виду беден и убог, но всем в Израиле известно, он верный Господу пророк. Он тот, чей глас не умолкает, чей крик зовет и обличает родной народ, и каждый знает, с ним рядом неизменный Бог. С ним Бог, и в этом нет сомнения. Бессильна власть людского мнения, и яд мертвящий языка над мужем избранным владыкой, как звук пустой, как дальний звон. Ну что же эта ночь он взывает ввысь в мольбе великой?
когда родному ты чужой, любя своих, своим не свой. Когда, вкусив печать разлуки в своей стране, навряд ли муки позволят спать в тиши ночной. И странно, сложно, непонятно чужим в своем народе жить, при этом свой народ любить, не ждя любви взамен обратно. Любить, но не скрипя зубами, и снисходить, но не греху. Любить и ждать, молясь ночами, и ждать, смотря в ночную тьму. Так сам Господь нас ждал когда-то, когда мы все ушли туда, туда, откуда нет возврата, где нет ни счастья, ни добра. И нас омывший, и нас простивший, омыв, очистив, осветив, не упрекнув и все покрыв, привлек себе любовью свыше. Куда спешит толпа народа? Кто их заставил в жаркий зной, дорогой пыльной и сухой, идти к морским шумящим водам? Не боль безжалостной войны подняла всех людей на ноги. Не страх болезни, царь страны всех тревожит и сам в тревоге. 3 года не было дождя, 3 года небо жаркой крышей давило люд, но стало слышно, что сам пророк позвал царя. И все спешат. Ведь всем известно, что тот, кто накормили, ждет, закрыл молитвой небосвод. Здесь непокорность неуместна, и труден путь, и солнце жжет, и в сердце мира нет. Ну вот. Но путь окончен. Шум умолк, толпа народа и пророк лицом к лицу. И только Бог, великий Бог с пророком вместе, что в жизни может быть чудесней, когда живительный поток небесной стилой вдохновленной в сердцах. И только Бог. Но путь окончен, шум умолк. Толпа народа и пророк лицом к лицу. И только Бог, великий Бог с пророком вместе, что в жизни может быть чудесней, когда живительный поток небесной силой вдохновления в сердцах немногих и обличения, сердца волнуя через слух, проникнул ярким светом дух. И будто отдаленным стоном предстала быль уснувших дней, и потрясла умы людей вся прелесть Божьего закона, где все уставы правды жгут, где жизнь кипит. И вспомнил люд ту быль, что жива и до ныне, когда отцы шли в пустыне, как сам Господь в Египте суд свершал, их всех освобождая, как глас звучал с вершин Синая к сердцам израильских детей. Но в этот час всего сильней сам Бог явил себя народу. И над молчащим небосводом ударил гром, покрывший дрожью окружность всю, и пламень Божий сошел на жертву. Сей урок пронзил сердца в огне великом. Народ взорвался диким криком: «Господь есть Бог! Господь есть Бог!» Все в изумлении глубоким и рады, что пришли не зря. И только тонкий слух пророка услышал дальний шум дождя. Из всех его вокруг стоящих лишь только он постигнуть мог, что в жизни нет сильней и слаще, когда с тобою рядом Бог. Аминь.
поток воды живой от храма Божьей славы, народы исцеления и племен. Он жизнь дарит больным сердцам и исцеляет раны, предела для него нет и времен. Слово святое, вечная тайна, силы чудесной могучий поток. Людям через слово необычайно сам открывается Бог. А если труден жизни путь в заботах и страданиях, душа томится, где найти покой? Я открываю книгу книг в счастливом ожидании, и в сердце мир течет живой рекой. Слово святое, вечная тайна, силы чудесной могучий поток. Людям через слово необычайно сам открывается Бог. Любовь Христа от вечных дней для всех людей открыта, не в знаниях, не в мудрости земной. Он в истине евангельской, что многими забыто, прими его и в новый мир открой. Слово святое, вечная тайна, силы чудесной могучий поток. Людям через слово необычайно сам открывается Бог. Слово святое, вечная тайна, силы чудесной могучий поток. Людям через слово необычайно сам открывается Бог. После этого псалма стих Илия.
Следуй за мной и в скорбях, и в страданиях. Следуй за мной, хоть устал ты в скитаниях. Следуй за мной, помогу я тебе. За мною лишь следуй везде. Следуй за мной, помогу я тебе. За мною лишь следуй везде. Следуй за мной, будь слугой мне примерным. Следуй за мной и завету будь верным. Следуй за мной, я пребуду с тобой. Лишь верно ты следуй за мной. Следуй за мной. Минуты предсмертные медленно шли, но быстро насмешки и глумления росли. Вновь отверзают злодеи уста. Христос, ты Сын Божий, сойди со креста. И если бы уйти от страданий ты смог, то в этом бы силу явил свою Бог. Но нет. Не сошел Иисус со креста, и в этом победа Иисуса Христа. Отверженных миром всегда будут гнать, и будут при этом всегда предлагать уйти от страданий, уйти от Христа, себя возлюбить и отвергнуть Христа. На этом и скажем решительно «нет». Мир слышал не раз уже этот ответ. Со знаком креста еще многие есть. Они сберегут христианскую честь. Я очень рад, что имею сегодня эту возможность быть среди вас. Мы в вашем городе по приглашению пастора, брата Георгия. И сегодня имеем эту возможность быть в вашем служении. Что сегодня еще много есть тех, которые ждут имя Господа Иисуса Христа, которые верят в Его могущественную силу спасения. Я хочу привести одну историю, которая была в моей жизни, и рассказать стих. В нашей церкви неоднократно мы ходили на молитву к одной сестре. И был у меня брат, к которому я ходил неоднократно, и мы молились. У него была сестра. И я сказал, когда будешь выходить замуж, я напишу тебе стих. И пришло время, когда она уже выходила замуж, я нарисовал на картине стих такой, написал. Приготовься к встречению Бога твоего. Я не знаю, я
листал, много искал различных мест в Священном Писании, но почему-то я написал этот стих. Но я вам скажу почему. Она долго не прожила, она прожила 9,5 месяцев, и при рождении ребенка она умерла. И тогда только мне пришло на мысль, почему я написал этот стих. Была ли она готова к встрече Бога или нет? Обращала она ли внимание на этот стих или нет? Но она была верующая, и я уверен в том, что ее забрал Бог. Как мы думаем в своей жизни и что мы делаем в своей жизни? Но мы должны думать о том, что нам предстоит встретиться с нашим Богом в свое время. Земля пирует, жизнью наслаждаясь. Но вдруг тревога. Люди где? Исчезли где-то эти богомолы? Или ушли куда-то в степь, или в горы, или уплыли куда-то по реке. Христа пошли искать эти безумцы. Они о нем твердили день и ночь. Поднять всю технику на воздух или в море. Сомнений нет. Найдем мы их и вскоре посмотрим, как им сможет Бог помочь. Но вот другие слышны голоса. Меня послушайте. Сестрой мы рядом спали. Проснулась в полночь в комнате одна. Включила свет и вскрикнула. О Боже! Крючок как был, одежда здесь. Похоже, у Господа она. Я с нею вместе Господу служила. Но как Рахиль я тайно под седлом, носила гнев и горькую ненависть, вселялась в душу также зависть. Она же мне платила любовью и добром. Вот я скажу, с женой мы в поле вместе били, но рассмотреть побега я никак не смог. Что, скажете, невежда? Иначе взял их в небо Бог. Теперь я понял, Боже мой, о Боже, цену ее молитвам и слезам, цену моим бессмысленным желаниям. О, люди, люди, горе нам! Гроби отверзлись силой воскресения, какие чьи поклонников Христа рассеялось в людях недоумения, ужасна весть идет из уста, и сон уныния сердце обливает. Закрылась дверь спасения души, а может нет? Пойдем, поищем к мору, хоть искоркой блеснет надежда тому гору, что нас постигло. Боже, дай ответ. Безмолвит небо гнев приготовляя, тысячелетия милости дара просило всех, любило, умоляло, в отчизну вечной славы призывало, в отчизну вечного и Бога, и цара. Мой брат, сестра, готовы ли вы сегодня встречать Христа с хвалою на устах, сложив пороков тягостное бремя, и освятись, пока еще есть время, пока еще есть милость у Христа. Я еще расскажу один стих. Я когда-то работал в РСУ при УВД. И когда был взрыв у нас на Украине, на Чернобыле, тогда генерал приехал и начал просить нас, чтобы мы поехали для строительства домов, для отчуждения. И что я хотел бы сказать, когда мы, и здесь есть брат мой, когда мы склонили колени для того, чтобы помолиться, в нашей комнате был один человек, который выбежал на улицу, он начал смеяться. Он начал говорить, я с этими богомолами спать не буду. И он так сделал, потому что мы склонили колени для того, чтобы молиться Богу. Но нас туда пригласили для того, чтобы мы строили. И было так, потому что
действительно, это было время. И мне пришел на память такой стих. Поколением чистую планету. В мире, как набат, звучит девиз. Люди доброй воли видят в этом очень важный и глубокий смысл. Почему о будущем сегодня мир с тревогой в сердце говорит? Потому что человек без Бога может землю в пепел превратить. Здравому уму непостижимо 20 миллионов без вины от жестоких мук под небом синим задохнулись в ужасах войны. Бухенвальд, Освенцим, Хиросима, Нагасаки, Бабий Яр, Хотинь. Сколько жертв под грудою руїни заживо палач похорнів. І сьогодні со штиком солдата насмерть обречені стоять. Ето Каїн убиває брата, а над гробом тихо плаче мать. Лицемерія і коварство повні просять мира, а в руках коп'є. Умоляєм іменем Господнім, не переполняйте чашу злом. Голос Ісуса непрестанно, вот уж около 2000 лет предлагает мир святой землянам, место тьми и мрака Божий свет. Действительно, сегодня Бог призывает, пусть Ему за все будет слава, пусть за все Ему будет благодарность. Аминь. Вчера нашим хором мы ехали в другую церковь, и там мы, рассуждая, пели одну песню из размягшей земли. Легче вырвать бурьян. Я вообще-то приготовил сейчас другую песню, но наши братья настаивают, чтобы мы обязательно эту песню здесь спели. Я думаю, все мы имели дело с огородом и знаем, что такое бурьян. Наши молодые братья не все знают, они не узнают бурьян. И когда пройдет дождь, обильный дождь, вот этот бурьян, мы детьми, нас папа все время посылал вырывать между картошкой этот бурьян. Если его дернешь, его выдернешь полностью с корнем. У него такой длинный корень. И в этой песне, это вообще стихотворение, переложено на пение. Вера Кушнир писала, что из размягшей земли легче вырвать бурьян. Если земля не размягшая, очень твердая, ты оторвешь эту верхушку, а корень останется. Пойдет дождь, и он снова забьет вокруг отростки. Опять будет больше еще сорняка. И дальше мысль такая идет, что из размягшей души легче вырвать плохое. Сегодня мой призыв, чтобы мы, я и ты, мой друг, брат, сестра, гость, отдали Господу сердце, дали Ему возможность работать внутри сердца, искоренять все, что не нужно. Размягчить наше сердце может Слово Божье, Дух Святой, проповедь, пение, общение с Богом. Вот это размягчает душу. Но внешность, мир, общение с неверным, она сушит, тверже делается почва. Там невозможно произвести будет работу. Пусть Бог нам поможет отдаться всецело, просто, чтобы Бог работал, очищал, освещал наше сердце, чтобы оно было чистое. Один брат из молодых, здесь есть такие слова, что когда Бог сеет вот это семя на уже готовую почву, чтобы он отгонял воронье. Ну, ворона непонятно, а воронье вообще непонятно. Воронье, значит, эти, которые сатана уносит, эти добрые, это семя драгоценное, которое делает нас лучше, святее, чистым пред Богом. Пусть Бог нам поможет.
Хочу прочитать несколько стихов из Псалтыря и засвидетельствовать немножко. Псалом 104. Сначала. Славьте Господа, призывайте имя Его, возвещайте в народах дела Его, воспойте Ему и пойте Ему, поведайте о всех чудесах Его. Хвалитесь имени Его святые, да веселятся сердце, ищущие Господа. Ищите Господа и силы Его, ищите лица Его всегда. Вспоминайте чудеса Его, которые сотворил, знамения Его и суды уст Его. Пятый стих говорит, вспоминайте чудеса Его, которые сотворил наш Бог.
Я благодарен Господу, что я стою перед вами, и это в полном смысле слова. Я не раз в молитвах моих дома склонялся и в слезах благодарил Господа своей тихой молитвой. И действительно, Господь совершил чудо свое надо мною. Это прошло год и 4 месяца. У меня был на работе несчастный случай. Я упал с лестницы. Это было, может быть, не высоко, где-то 4 метра высотой лестницы. Упал и при полете прямо сел на бетонную плату со всем своим весом. И тут я почувствовал сильную боль в спине. И так лег и лежал, и стонал от великой боли, которая у меня проходила по спине. И я думал, что у меня не было воздуха, не хватало воздуха, я дышал через раз от этой боли и захлебывал, можно практически сказать, этот воздух. Я его хватал, чтобы он ходил во мне, но не хватало силы дышать, и воздуха не хватало. И когда при этом грохоте хозяин был дома, он выбежал из дома из-за этого шума, и он видел, что я лежу на полу. Ну, естественно, он сразу вызвал скорую помощь, и быстро прилетела скорая. Они приехали, они спрашивают меня, я говорить практически не мог. Я хватал этот воздух, потому что его не было во мне. И тут они сразу уже поставили мне укол, видя, что серьезное положение, поставили мне прямо в вену, сразу пустили. Не знаю, что они там мне пустили, но я почувствовал сразу, как мгновенно исчезла боль с меня. Мгновенно ушла боль, я аж к себе пришел, открыл глаза, думал, что я представляюсь, что ли. Вроде бы так сейчас лежал, стонал, и вмиг исчезла эта боль от меня. Меня сразу отвезли в больницу, привели меня туда, сразу пустили по эту камеру, это пустили полностью меня туда обследовать. И сидели там врачи за этим компьютером, наблюдали полностью мою плоть, проверяли все кости. И потом врач говорит, что положение очень серьезное, говорит. У тебя 12-й позвонок в груди раскололся на 10 частей. И говорит, надо срочную операцию делать. Ну, потом опять врач пришел, объяснил, что именно буду делать. И говорит, будем делать 2 операции, обязательно 2 операции делать. Объяснили, что первая операция сначала поставят скобы сзади, чтобы на этот позвонок не было никаких, убрать все эти препятствия от этого позвонка, поставить скобы от 13-го позвонка и нижнего, чтобы он был нейтральный, этот позвонок, а потом будут менять, вытаскивать полностью весь этот позвонок. И так и пролежал сначала я там 1.5 или 2 дня в постели, сказали не шевелиться, не вставать, не кушать, все лежа, без всяких шевелений должен был лежать. И отвезли потом на операцию, первую операцию. Прошла 2 часа, где-то оперировали, когда эти скобы вставляли сзади. После первой операции сразу отвезли туда, в интенсивку. Пока я пришел в себя, потом врач, медсестра говорит, все, вставай, говорит, с кровати.
Я говорю, как вставать? Мне там 2 дня кричали на меня, не кричали, говорили, чтобы я не вставал, не двигался, ни в чем, никакие движения. А ты говоришь, мне вставать сейчас. Нет, все, давай, вставай, говорит. Ну, прямо мне, можно сказать, силком с койки стащила. Я, правда, встал на ноги свои. Ну, она меня поддерживала. Все, говорит, ложись теперь опять. Ну, как я вам там сказал, она хотела убедиться, что все члены работают или нет. Они хотели утвердиться в этом. И прошло короткое время, через день или полтора. Сказали, что на вторую операцию сразу готовится, что будут сбоку здесь заходить, где ребра, будут вдоль ребер разрезать и специальные тиски такие, которые будут раздвигать ребра до того, чтобы они не сломались, не сломались эти ребра, будут раздвигать все сбоку. И врач сразу предупредил, что после этой операции ну, будут сильные боли из-за того, что все ребра будут сдвинуты. И одну легкую должны были проколоть, иначе они не могли туда добраться, к этому позвонку. И после операции действительно, когда меня уже привезли туда опять, естественно, жена была там со мной всегда, когда я приходил к себе. И действительно, я чувствовал, что это было не то, не первая операция, которая была. Но я просыпался опять после операции, приходил в себя и опять уходил, и опять приходил. И как приходил, я чувствовал сильную боль с левой стороны. Все тянуло все в сторону. И в таком образе я приходил и уходил опять, не мог прийти в себя толком. А потом уже когда пришел в себе, жена говорит, что, мол, ты пел как раз песню, говорит, одну. Я говорю, я помню что-то все в таком, в тумане в таком. И когда я говорил, что я помню, что я пел, я чувствовал, такое облако осеняло меня. Я чувствовал, по всей телу проходит это тепло, эти лучи светлые проникали в всю мою плоть. Эта теплота проходила во мне. И она говорит, ты пел эту песню, только в Иисусе счастлив я всегда. Только в Иисусе отдых от труда. А я говорю, почему именно это я пел? Она говорит, как, ты что, не знаешь, что ли? Когда ты лежал, и ты был, ну, невменяемый, и как будто с тобой кто-то разговаривал, говорит. И ты говорил, да, я счастлив. И потом опять, говорит, тебя кто-то спрашивал что-то себе. И ты отвечал, да, я счастлив. И потом запел, только в Иисусе счастлив я всегда. И я говорил, что я чувствовал действительно его близость при этой боли в своей плоти, в немощи. И так Господь укреплял. Я чувствовал его теплоту, его утешение. И после всего этого уже меня отправили в... Естественно, я начал был потом ходить. Неделя, наверное, прошло, я лежал в постели, не вставая. Но врачи, как обычно, они сразу вставать, вставать. Ни в коем случае ни час, ни дня больше лежать. Естественно, я потом потихонечку вставал. И у меня еще было из-за того, что легкие проткнули. И у меня был этот шланг, который все отходило, вся эта жидкость. И когда этот шланг уже надо было вытащить, когда легкая уже выпрямилась, врач говорит, что это может быть так же столь опасно, как и эта операция, которая происходила, когда этот шланг все вытаскивали из легких. И он говорит, возьми себе воздух и держи, ни в коем случае не дыши, когда я буду вытаскивать и закрывать эту дырку. Если, говорит, воздух отсюда зайдет, то сразу смерть, говорит. Ну, естественно, такой страх, что он говорит. И я потом сразу вспомнил, думал, хорошо, что я в хоре пою, то вырабатывается это, вдыхать и выдыхать, надо долго держать. И я действительно взял этот воздух в себе
И он уже давно уже закрыл все уже. Он говорит, все, дыши. Я говорю, я еще могу еще держать, ничего страшного. Нет, говорит, все, готово уже, все уже. И отправили меня потом сразу же на курорт. И, ну, когда туда приехал, они спрашивали, еще до курорта мне нужно было, естественно, идти до врача. И врач мне полностью исследовал, ну, домашний врач. И говорит мне, что, мол, я кох. Говорит, после такой операции немногие, говорит, люди ходят. Ты будешь, говорит, благодарен. В основном, говорит, сидят в коляске после такой операции. Я говорю, я знаю, что это такое. Зато слава Господу, что Бог помиловал. И я чувствовал, что Он укреплял. И уже там, на курорте, когда я туда приехал, также врачи спрашивают, вначале спросили, когда, ну, а диагноз посмотрели и спрашивают, когда это было. Это умфаль, ну, когда случилось с тобою, с этим случаем. Я говорю, ну вот три месяца прошел, было ровно. Они говорят, как месяц, а ты уже ходишь, как будто ни в чем не бывало. Я говорю, слава Господу, что Бог укреплял. И недавно, когда вот были эти Олимпийские игры, жена прочитала в новостях, что одна из русских спортсменок, когда она на лыжах ездила при большой скорости, она не устояла и покатилась, как там, не знаю. Но факт то, что она прочитала, что диагноз, который был у меня также, это 12-й позвонок фактур, который называется, ну, 12-й позвонок раскололся. И также у этой спортсменки точно такой же диагноз, как у меня был. И тут сразу Путин подсоединился. Отправили ее к лучшим врачам в России, чтобы срочную операцию сделать. Но там описывается, что, увы, от этой части полностью вниз все онемело, отлучилось. И Путин распорядился сразу, написано, отправить ее в Германию, в Мюнхен, на повторную операцию. И пообещал своей матери, Ионе, что он все сделает, чтобы она пошла. И я благодарен Господу, что мне не нужно было самые лучшие врачи, чтобы оперировали. Но после операции ко мне зашел в палату врач, совсем молодой врач зашел, а я лежал еще в постели, еще не мог вставать. И он говорит, я такой-то врач. Я говорю, да, хорошо, и что я говорю? Он говорит, ну я тебя, говорит, оперировал. А я еще так удивился, я говорю, как, ты оперировал меня? А я так на вид посмотрел, ему лет, ну, 32, ну, 35. Он говорит, да, я, говорит, делал операцию. Ну как, говорит, я, говорит, делал операцию, а шеф мой сзади стоял и наблюдал со мной. И оказывается, он только начинал операцию делать, из первых операций делал. Я говорю, молодец, я доволен, я говорю, тобою. Слава Господу за его милости. И я себя чувствую хорошо, не то, что там я работаю вновь и... Как некоторых, я знаю, у многих болят спина или шайбы эти, то они мучаются, когда работают. Я могу 8 часов отработать, могу домой прийти свежим, здоровым, могу дома дальше работать. Слава Господу за все. Аминь.
Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Слава Богу! Мы слышали это свидетельство. И знаете, было в моей жизни моментально сильно большая опухоль в коленах. И я не смог даже передвигаться. Врачи говорили, ты вечный калека на всю оставшуюся жизнь. Но Бог сказал нет. Я перед вами стою и хочу благодарить Бога за это. Ибо сказано, хотел бы говорить о милостях, о чудесах, но они превышают число. И за эту благодарность Богу. Мы сегодня слышали слово, где было сказано, что спасение – это Божий дар. И вы знаете, я хочу говорить об этом, что мы имеем дар от Бога. Читая некоторые места Священного Писания, которые говорят нам об этом, первое место я хочу прочитать, очень знакомое для всех, кто читает Библию или Евангелие. Это Евангелие от Иоанна, 4 глава. Одну беседу Иисуса с женщиной-самарянкой. Сказано с 4 стиха так. «Надлежало ему проходить через Самарию, и так проходя, он приходит он в город Самарийский, называемый Сихар, близ участка земли, данного Иаковому сыну своему Иосифу. Там был колодец Иаковлев, и Иисус, утрудившись от пути, сел у колодезя. Было около 6 часа.
Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей: дай мне пить. Ибо ученики отлучились в город купить пищи. Женщина самарянская говорит ему: как ты, будучи иудеей, просишь пить у меня самарянки? Ибо иудеи с самарянами не сообщаются. Иисус сказал ей в ответ: если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе: дай мне пить, то ты бы сама просила у него, и он дал бы тебе воду живую. Почему сегодня многие люди не идут к Иисусу и не берут этот дар? Ибо они не знают. Я хотел бы обратить ваше внимание свое на то, что в это надо поверить. Если бы ты знала Божий дар, ты просила бы Него. И потому что сегодня многие не знают этого, они не просят. Они не идут к Иисусу. Но блаженны те, которые уверовали в свое время и пришли к Иисусу. И мы имеем сегодня это большое благословение от нашего Отца Небесного. И если было сказано, что благодатью мы спасены, не от дел, не от нас, но это дар Божий. И здесь говорится об этом даре Божьем. Если бы ты знала дар Божий, я хотел бы сказать, что люди, не знающие Божьей милости, и вот дара, они не идут к Нему. Но я обращаю внимание, я думаю, что вы знаете одного человека, которого мы встречаем на страницах Священного Писания, который в свое время увидел, что через возложение рук апостолу дается дар Духа Святого. Он говорит, приносит деньги и говорит: дайте мне такую власть, чтобы, если я возложу руки на кого, они получали Дух Святой. И что было сказано апостолами для этого человека? Ужасное положение. Ты помыслил Божий дар получить за деньги. Серебро твое да будет в погибель с тобою. Нет тебе части жребия. Я обращаю внимание, что-то в жизни, когда мы тратим на что-то деньги, мы очень ценим. Но вот спасение, благодать Божья дается даром для каждого из нас. Иногда мы не ценим этого. И вот этот человек, он мыслил в своей жизни получить Божий дар за деньги, но это невозможно. Вы знаете, в этом мире говорят, что если невозможно купить за деньги, можно купить за большие деньги. Но вот спасение невозможно купить ни за какие деньги. Оно дается даром по вере в Иисуса Христа. Слава Богу! Ибо если бы, я думаю, и за деньги, то возможно было бы, нам недоступно было бы это. Ибо мы, когда читаем Священное Писание, не бедных ли мира Бог избрал? Быть богатыми верою, иметь спасение. И это предлагается даром по вере в Иисуса Христа, Сына Божьего. Иоанн сказал: я написал вам верующим, да вы знали, что веруя в Сына Божия, вы имеете жизнь вечную. Без веры Богу угодить невозможно. Спасение, благодать Божья дается даром через веру в Иисуса Христа, Сына Божия. И говорится: если бы ты знала, дорогая душа, дар Божий, ты просила бы Него, и Он дал бы тебе воду живую. Как важно сегодня знать об этом. И мы узнали в свое время об этом. И мы имеем этот Божий дар. И я читаю еще такое Божье Слово, которое мы находим на страницах Священного Писания. Это Деяния святых апостолов, 22 глава. Здесь очень прекрасное место есть. Когда апостола Павла взяли, и здесь написано с 24 стиха этой же главы: «Тысяченачальник повелел вести в крепость, приказал бичевать его, чтобы узнать, по какой причине так кричали против него. Но когда растянули его ремнями, Павел сказал стоявшему сотнику: разве вам позволено бичевать римского гражданина, да и без суда? Услышав это, сотник подошел и донес тысяченачальнику, говоря: смотри, что ты хочешь делать.
этот человек римский гражданин. Тогда тысячный начальник, подойдя к нему, сказал, скажи мне, ты римский гражданин? Он сказал, да. Тысячный начальник отвечал, я за большие деньги приобрел это гражданство. Павел же сказал, а я родился в нем. И тот час отступили от него, хотевшие питать его. Друзья, дорогие, вот эта история с апостолом Павлом, когда его взяли и уже растянули для того, чтобы бичевать его, но он сказал, позволено ли вам это делать римскому гражданину. И эта весть дошла до тысячного начальника, и вот он подходит, спрашивает, ты ли римский гражданин? Он говорит, да. И он говорит, что я за деньги. Мы читали здесь такое слово. Большие деньги. За большие деньги я приобрел это гражданство. А он сказал, а я родился в нем. Я веду к тому, что спасение не можно купить. Божий голос, придите, не имеющие серебра и платы, даром. И вот этот человек, чтобы стать гражданином Рима, он потратил большие деньги в своей жизни. Но апостол Павел сказал, а я родился в нем. И для того, чтобы быть гражданином неба, о том городе, о котором пели братья нам, надо родиться. Нельзя купить, нельзя приобрести, дается даром, по вере в Иисуса Христа. В свое время Христос сказал для Никодима, кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. От Слова и Духа не может войти в Царство Небесное. И как важно сегодня верить в Иисуса Христа, Сына Божия, через Которого имеем доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся, и ничем-то иным, как именем Иисуса Христа. Ибо это имя, в Слове Божьем говорится, что нет другого имени, это единственное имя Иисус Христос, которое дает спасение, но надо поверить, и дается даром, ни за какие деньги. Не можно это приобрести, но надо родиться и быть гражданином Царствия Божия. Пусть благословит Господь каждое сердце, которое присутствует в этом зале, чтобы мы были все гражданами Царствия Божия. А Он сегодня предлагает, Он зовет каждого человека. И мы знаем, что Он не желает, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к спасению, познанию правды и имели вечную жизнь с Господом. В том городе, который приготовил Бог. Поэтому да благословит Господь и поможет всем нам верить и доверяться в своей жизни только Ему. А Ему принадлежит вся слава и вся благодарность. Да будет возвеличено Его святое имя. Ему слава во веки. Аминь.
Слава нашему Господу! В одной церкви одна сестра говорила стих, и случилось так, что, запнулась немножко, забыла, не смогла его закончить. И когда она шла на свое место, чтобы сесть в зале среди всех членов церкви, она в своем сердце решила никогда больше стихи говорить на сцене. И вы знаете, в это время ад пришел в ликование, что ихняя программа, она удалась. Вы знаете, друзья мои, Бог нас всех призвал на служение, на труд, на служение нашему Господу, труд виноградники Его. Я хочу сегодня сказать нам всем, вам, дорогие братья, чтобы мы всегда были преданы Господу. Получится, может быть, не всегда получится. Не всегда так будет хорошо, как сегодня. Где-то с фальшивым, где-то неудачная проповедь, неудачно стих, неудачно спел. Друзья мои, но сегодня Бог хочет видеть преданные Ему сердца. Вы знаете, я недавно так задумался, обращая внимание на таких мужей Божьих, о которых в Слове Божьем написано, и мы очень часто говорим о них. Моисей, Гедеон,
царь Давид. Я думаю, я не ошибусь, что это люди, о которых мы больше всего проповедуем, чаще всего, ну, исключая имя Иисуса Христа. А когда анализируешь их жизнь, кем они были, прежде чем их Бог призвал, вы знаете, иногда задумываешься: Господи, и вправду Ты избрал немудрое мира сего и сделал мудрым, ничего не значущее сделал значущим. Я сегодня задаю вопрос: кем был Моисей? Вы помните случай в его жизни до призвания, когда он убил египтянина? Как эти люди сегодня называются? Человека-убийца. Вы знаете, проповедуя в тюрьмах, сегодня очень тяжело принимать Иисуса Христа людям, которые сидят за убийство. И они так и говорят: я не могу поверить, что Бог мне может этот грех простить. Я им привожу часто Моисея, читаю им, даю им Библию в руки, я говорю: прочитай ты сам, посмотри, что сделал этот человек и кем сделал его Господь. Аллилуйя, слава Богу! Гидеон, Бог его призывает, ангел говорит с ним, Господь говорит с ним, а он говорит: нет, я не могу поверить, как? Я наименьший, племя мое наименьшее в колене Манать, не может быть. Да, знаете, можно это назвать боязливостью, неуверенностью. Но Бог берет в удел Гидеона, и он одерживает победу над мадьянитянами вместе с израильским народом, даже практически без боя, мы можем сказать. Слава нашему Господу! Смотришь на царя Давида, грех, который, к сожалению, был в его жизни. И мы прекрасно понимаем, братья и сестры, что грех, он не падает, как снег на голову человека. Как сегодня пели наши братья, вот этот горький корень, он живет. И иногда так его тяжело удалить, а о нем написано, он может причинить много вреда, если мы его не удалим. И по всей вероятности, очи Давида, они всегда были устремлены на красивых израильтянок. Но, к сожалению, рано или поздно, но этот грех дал о себе знать. Тяжело заплатил, но заплатил сполна. Но вы знаете, дорогие мои братья и сестры, что отличало всех этих мужей Божьих, которые даже, знаете, мы видим, какая биография была, но как Бог прославился в ихней жизни. Есть одно такое слово в Библии. Оно неоднократно упоминается по определению к тем или иным царям и мужам Божьим. Оно мне очень нравится. Преданность. Преданность. И вы знаете, о каждом царе Израиля, когда он вступал на царский престол или ихняя жизнь заканчивалась, Бог о них говорил так: о тех или иных сердце его было предано ко мне, как сердце отца его Давида. О некоторых царях написано: не вполне, то есть не до конца был предан. А других вообще отрицательная характеристика. И Бог говорит, он делал неугодное и злое в очах Божьих. Друзья мои, что бы мы ни делали, в нашей жизни могут быть ошибки. В нашей жизни мы все люди. Мы можем спотыкаться. Мы можем падать, вставать и идти дальше. Но одно качество, которое ценит Бог в христианах, это преданность. Это преданность, которая так необходима сегодня каждому из нас. Я хочу прочитать Слово Божие. В книге Откровения, в послании Филадельфийской церкви, Бог говорит: я знаю твои дела. Он все эти послания семи церквам говорит: я знаю твои дела. И обратите внимание,
Я отворил пред тобою дверь, и никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы и сохранил слово мое, и не отрекся имени моего. В послании Пергамской церкви я знаю твои дела. Ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя мое, и не отрекся от веры моей, даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умерщвлен верный свидетель мой Антипа. И в том, и в другом случае Бог говорит: я вижу, в каких ты был обстоятельствах. Я вижу, что творилось вокруг, когда убивали моих свидетелей, мучеников за имя мое. Но я вижу, что ты не отрекся, ты сохранил. А что это, друзья мои? Это преданность. Вы знаете, это на протяжении всей нашей жизни. Нельзя стать преданным перед последним вздохом. Уже поздно, уже все закончилось. Но Бог ценит, когда человек предан Господу всем своим сердцем, невзирая на то, что может быть и то, может быть и это, но снова вставать, снова идти. Я сегодня в первую очередь хочу обратиться к тем, я не знаю, друзья мои, но среди христиан и среди царей в Ветхом Завете, я уже цитировал, были цари, которые не вполне, то есть не до конца были преданы Господу. Сейчас, когда братья будут петь, я хочу пригласить тех, кто не до конца предан. Друзья мои, это половинчатая жизнь, она очень опасная. Но в то же время я сегодня обращаюсь к тем людям, кто вообще еще не предан Господу, кто служит князю этого мира, кто далек от церкви, от народа Божьего. Друзья мои, вы сегодня не случайно на этом месте. Давайте мы встанем, мы помолимся, потому что, друзья мои, мы прекрасно понимаем, что это не так легко сделать, потому что враг, он тоже имеет силу, особенно если мы даем ему на это власть и даем ему для этого место. Мы помолимся, чтобы узы врага, они были разорваны, аллилуйя. Мы помолимся, чтобы эти люди могли сейчас принять это решение: пойду, поклонюсь отцу моему, попрошу прощения у него и буду служить ему. А потом во время пения вы сделаете этот шаг наперед, и братья за вас помолятся. Аминь. Боже милосердный. Аллилуйя, логес кирвендлайзер. Аллилуйя, виторебеде гесонте гидермина. О, местире мене стиберебеде гесконта логеримина. О, лакес кирвене штайдеребеде гесонта готермана. Благословено имя Твое.
время пения. Не стесняйтесь. Проходите наперед, и мы помолимся за вас. На суд тебя, Бог!